Думаю, вот так хорошо. Что-то я очень разволновалась из-за мамы. Заявиться без приглашения, какая наглость. И это после того, как она меня бросила. Похоже, вам о многом надо поговорить. Или не говорить. Но это как хочешь, тебе виднее. Так-так-так, что это за мужчина залез в сад моей дочки? Мам, обязательно было именно так задавать вопрос. Нечего меня обвинять. Ты сама все додумала. Ну что, представишь меня? Высокий, темноволосый. Так уж и быть, сойдет. Сойдет? Представить Холли. Это интересно. Как же ее сейчас Лили представит? Маму Холли. Люк, это моя мать. Мать бы ее. Холли Робертс, значит, ты ее парень? Неудивительно. У нее никогда не было вкуса. Класс, ну и язва. Мам! Похоже, вам многое нужно обсудить, так что я, пожалуй... Нет, стой! Нет-нет, все нормально, вам нужно поговорить, я понимаю. Еще увидимся. Почему ты так с ним разговариваешь? А куда делся тот тощий? Как его? Блэйр? Блейн. Мы с ним расстались. И довольно давно, кстати. Променяла одного неудачника на другого? Все ясно. Ну ладно, чем займемся? Ну и мамашка. Ее нагрузить надо. Работай. Убрать территорию у домика. Сейчас посмотрим, как Холли насчет работы. Что, даже не спросишь, как у меня дела? Как у тебя дела, мам? О, все чудесно, спасибо. Вот недавно вернулась из Дубая. Из Дубая? Я и не знала. Ты до сих пор с тем парнем? С Абдулом? Нет, нет. С ним все кончено. Так лучше для нас обоих. Абдул? Нет, я имела в виду другого. Видимо, того, кто был до него. Даррена? Нет, с ним мы тоже расстались. Что?
Нет, и не Даррена. Тогда, может, Ричарда? Это в прошлом. На благо нас обоих. Сейчас я свободна, как птица, и готова к новым приключениям. Что-то не видно, чтоб она работала. Это Холли, она только балабонит. Получается, ты нигде не работаешь? Ой, я легко найду работу, если захочу. Но я не хочу. Так, посадить розовые кусты, постричь деревья у домика. Так, ну что, поиграем? Не получается, ладно. Посадить розовые кусты, давайте посадим. Кто сажать будет? Я смотрю, у тебя столько дел, все крутишься, прям как белка в колесе. Вообще-то, да, мам, работай не в проворот. А если серьезно, то почему ты здесь? Я просто люблю этот садик. Он всегда был моим любимым местом во всей усадьбе. Особенно, когда тетя Мэри и дядя Артур отказались выкопать бассейн, о котором я так мечтала. «Можешь просто поплавать в пруду», — сказали они. «Гадость! Фу-фу-фу! Там наверняка живет болотный монстр». Минутку. Белые розы, беззащитные шипы. Ты же прекрасно поняла, о чем я. Я спросила не про этот садик, а про то, зачем ты вообще приехала. Вот именно. Вот именно, Лили так и имела в виду. Так, ну что, подстричь деревья в домика. Давайте подстрижу. Вообще-то, опять же, деревья обрезают. Это кусты подстригают. Мам, почему ты не отвечала на звонки? Большую часть времени я даже не знала, где ты. Папа хоть отправляет открытки раз в пару лет. Могла бы... Папа? Ты же знаешь, что Стив не твой папа. Он был самым близким подобием отца в моей жизни. Пока вы не развелись, конечно. Ой, от него совсем не было толка. Слизняк, слизняк и лентяй. Слизняк. Смотри, вот тут пропустила. ЦУ указывает.